Вот у нас все по старинке. Табачок. Самый чистый табак. Никаких химий. Выращен на огороде. А, что мы курим? Все вещь. Лучше, как из Монте-Карло. О, Володя, сколько тебе? 91 год, да. Человеку 91 год. Ты ж всю жизнь табак куришь, да? Ну, так что мы с Иваном Ивановичем переходим на табачок, вот. Все, самогонку пьем, от самогонки выгнали, уже отпили тут. Сколько, литров 8 осталось. Пьем самогон, курим табак. Что сюда, спичек? Иван Иванович засмолил самокруточку. Вот ну как? О! Да, не то, что здесь говорят, а сейчас невозможно курить, да. Как старые добрые времена, да. Короче, мы табака насадили нормально сейчас. Будет нам на всю зиму. Купим еще люльки. Вот такой табачок. Табак. Сам он крепкий сильно. Корня добавили. Потому что, что спирт крепкий. Так что смотрите наш канал. У нас интересно. Все по старинке у нас происходит. Жеребец стоит там. Тоники ходят. Все красиво. Ну что, Иван Иванович, лучше за сигарету, да? Ты говоришь, вешь, да? А на сигарете там непонятно что. А тут выращено своими руками. Да.